Клик виртуальный, помощь реальная. На портале Госуслуг Татарстана теперь можно внести благотворительный взнос для реализации проекта по созданию детского первого хосписа. Напомню, в нем оказывают помощь детям, больным лейкемией, а родители учат правильно ухаживать за малышами. Уже открыты две палаты, но этого недостаточно. Внести средства может любой банковской картой без комиссии. Адрес портала указан на экране.